Билибой Пиппин. Добро пожаловать в шестую часть приложений. Первые две части были в Братстве Кольца, третья и четвертая в Двух крепостях, а пятая и шестая здесь, Возвращение короля. Доминик Монаган Мэри. Это очень большой, насыщенный материалами диск. Здесь собрано множество вещей, которые наверняка вам понравятся. Элайджа Вудфрода. Вы найдете здесь документальный материал, рассказывающий о том, как шла работа над фильмом «Возвращение короля», от начала и до самой премьеры, до последнего шага. Здесь есть практически все, что происходило во время работы над картиной. То, что происходило за кадром. Отличный материал. Самый сок. Если хотите посмотреть все это как один большой документальный фильм, а он действительно большой, нажмите кнопку «Смотреть все», и вы получите его весь, как и хотели. Если, конечно, у вас есть 3 с лишним часа свободного времени. Если же хотите посмотреть что-то конкретное, тогда заходите в оглавление, нажав «Каталог». Там перечислено все, что есть на диске, и вы легко выберете желаемое. Для нас это что-то вроде семейного альбома, чтобы мы могли вспомнить, как это было. И правда, когда я смотрю на это, а вы, допустим, Билли, тогда... Ха! Смотри, какой ты тут молоденький. Это нечто удивительное, что-то вроде завершающего фильма. Так что это гораздо больше, чем просто отснятый материал. Ну вот и все. Это финал. Поэтому приготовьте носовой платок, зовите маму, потому что это последняя часть «Властелина колец». Наслаждайтесь, и будем надеяться, мы с вами еще как-нибудь увидимся. Просто помните, братство все еще существует. И еще, время от времени выбирайтесь из дома.